О, нет, добрый касат стревает, по нему прокует стан от Регипа. Не сможет умереть, это Элис прыгает на юзера, пытается развернуться куконом, здесь экзост. Юзер использует Валькирию, пытается топить добрым касатом, он смог собрать килл. Вау, Элис выживает, здесь же Регип получает пилтовер писмейкер. И неужели все игроки МКТ умира выживут? Здесь меня такой призен, вау, Хьюстон умрет. Еще один килл будет в пользу команды МКТ умира. Дабл килл для Кейна. Нес получает кучу урона, улетает в мгновение ока, Unforgiven кидает этот тиммейт, подкидывает одного, здесь же абсолютно зирует о Томакаге, кучу дэмэджа проходит по всем игрокам МГТУ. Станкин, Вэтс при этом может умереть, но там ультимейт от Фиоры, трипл килл для Сивин, Лексус упадет, Дисколузер тоже, это будет пентакилл для Хрустика. Хорошо, что мы это видели, ааа, какой пентакилл. Необходимо собирать дорогие предметы. На мидлейне Крау практически умирает. Там был Игнайт от Твиста. Крау, ОХП, арба идет. Тут же Венис Эмбрейс забирает все-таки Владимира. Твист играет Чама по Костоправу. Урывается гард. Выживает Твист. Здесь же идет эксплозив каску от Грагаса. Минус один. Еще килл. Здесь на ботлейне тем временем Вайлдкар забирает вышку. Еще и файт на топе. Но на боте Вайлдкар, скорее всего, погибнет. Все-таки нет. Оу, Браум забирает килл на Элиансе. Команды Кну, при этом Кнуре пытаются играть на ботлейне. С эксплозив каску Вайлдкарда выкидывает. Тут же играет Сплэша. Влетает Костоправ. Подкидывает двоих. Здесь идет телепорт от Мальфита. Экстабл Форс будет здесь. Опасный момент. Гланнер появляется тоже. Оо, площадь Севир. Этот ультимейт от Мальфита. Дабл килл ставит Варус. Прекрасно сыграно здесь. Фуз в опасности. Его пытается добить куча замедлений. Тут же идет так, Гланнера взрывает Нейра. Разворачиваются ребята. Кроу тут как тут. Пытается разбить Твиста. Идут дальше. Эллен с разворота накидывается. Автоатаки. Бумеранг. Шоквейв. Выплешивается Севир. Выживает еще один игрок. Попытается продолжить дальше с разворота. Квинсер на лоу хп. Его практически забрали здесь. Кроу выживает. Команды красных. Здесь Валькирия пытается отойти. Крусник. Играют дальше ребята из Майана. Хис практически упал. Экзост был использован. Кинзу пытается стрелять. Два телепорта идут здесь. Эквалайзер от Баунти. Квест старается уйти. Здесь нет вариантов. Команда моей развернуться, потому что Магус уже подошел сюда. Квест лоу хп. Старается избежать смерти. Но не вариант. Здесь появляется этот Виктор. Пытается выхиляться нау на зоне Фиоры. Этого ультимейта. При этом размен один в один. Анархист погиб. На Берою. На Берою играет нау. Забирает еще один кинг в свою пользу. Два в один раз. Нау пытается развернуть игру дальше, потому что Кинцу стреляет Канделом прямо в стену, закидывает Вэтса. Играют дальше Нау. Мои могут полечь. Здесь один за другим. Антариус, лоу хп. Здесь Магус продолжает движение. Стан, удар, минус Элистару. Баунти подставился. Как можно было заходить так далеко? Неосторожная игра от Нау. Магус играет по Крустнику. Чуть-чуть выживает этот Корки, но тем не менее Нау сейчас заберут Т1 лишь на ботлайне, скорее всего, и получит телепорт. У Хеки нет ультимейта. Подкидывание сколько комбо по трейм от Антариуса. Пытается сыграть по Магузу, здесь квест, неудачная позиция, здесь Анархист уже умер. Минус будут два игрока из команды Мои. Антариус здесь пытается подраться. Крусник, здесь Магуз продолжает бить. Сколько дэмэджа вливает, это Фиора. Крусник разворачивается, кинзу лоу хп, баунти тут как тут, дабл килл уже для Фиоры. Здесь нужно быть очень осторожными, очень осмотрительными. Есть смайт и у Фэнки, и у Вэтса. 1000 хп остается, впрыгивает Вэтс. Стилит Ашора. При этом могу сыграть по Берою. Практически забрал тут цель. Вэтс умрет, но в итоге барон. Нет, у Берою остается один лишь баф барона. И размен 4-1. Корки на двух слотах, Тристана на одном. Корки сейчас просто настолько едет с горки, что по сравнению с Тристаной. Насколько это вообще можно? Да, энгейдж, тем не менее, от команды Мэй. Выкукоба от Элистара полностью пресекает этот энгейдж. Отличный мув от команды СПБГУ. Пытается продолжить. Артефакт слетает просто в ноль. Здесь же дальше идет Владимир. Использует свой ультимейт по четверым. Зазарах пытается доиграть. Ханман лоу хп. Взорвет его ульта. Нет. Дэмэджа не хватает от лидера абсолютно. В итоге размен 2 в 0 в пользу СПБГУ. Они могут снять Т2 вышку на мидлейне, потому что Кинси еще продолжает проводить это и делает. Зазарах подходит сюда. Очень может сильно подставиться. Ханман дает проказ. Занза лоу хп уже. Мунсун артефакт отдает. При этом РПЛ был использован. Занда, у него шансов уйти практически нет. Эквалайзер полетел от Кинси. Артефакт тоже отдаст свою жизнь. Ультиматум использует свой флэш для того, чтобы хоть как-то избежать смерти. При этом Панишер погиб. Каким-то образом лидер заходит. Хемоплайк по четверым игрокам. Здесь пытается доиграть дальше. Клиник появляется. Но ХП Банжур под ультимейтом. Держит удар от вышки. Флэшит на Севир через стену. Клиник практически упал. Ханман не дожигает его лазером. А вот лидер кидает свой Еку комбо и добивает Ханмана, забрав 5-й килл по команды Мэй. Потом на
делать, у них телепорта еще нет. Сейчас Шен сюда придет, а Гнар там нет. Все остальные. Так, Гнар здесь. А, Гнар здесь. Здесь, здесь, здесь Пайт пошел. Кинси под станом, у него сейчас прокнет мега форма, здесь же врывается Панишер, опасный момент. Дает свой ультимейт Гнар по четверым. Гейм овер умирает. Понесли по отличный фокус от СПБГУ. Три игрока команды МГТУ будут сейчас уничтожены. Пух и прах. Неужели СПБГУ так развернут этот файт? Стоун Колд тоже падает. Энвил остается один, и он не способен подраться. Да, посмотрим, Ковальский заходит сюда, у него уже есть 6 уровень, идет ульта Кеннет Бараш от Гангфланка, при этом Стэн Юнайтед Шен отдает сюда, попытка поиграть дальше, Антариус плохо поиспользует свою Ешку, Крустика поймали в Шэдоу Дэш, продолжает дальше движение у Гату, флешится Крустик, он все еще жив, но здесь есть флеш у Шена, он может дать Warble Blade по Крустику и убьет цель. Ковальский при этом сейчас зайдет прямо на Антариуса, дело плохо для команды Маита, посмотри, сколько хп идет сейчас. Потери для Антариуса, он может умереть, замедление для Бугагая, Ешку активирует этот сам Кенч, но это его не спасет абсолютно. Ковальский 5 киллов уже имеет, при этом Кис получает проф пассивки. Крустик здесь может встрять, Ковальский с красным бафом, ты посмотри, он прыгает, Крустик может умереть, супер-мега, Дес-рокет от Киса, и это еще один килл в пользу команды Угату. В итоге Антариус впинывает Антихриста прямо, ой, Анархиста прямо в стену. Совершенно верно.